Дорогие друзья, я обращаю ваше внимание на мониторы. Сейчас мы передаем слово специальному корреспонденту Регине Ильченко. В молодежную редакцию Центрального телевидения пришло очень много писем от воинов-дальневосточников с заявками на участие в фестивале солдатской песни. Вот у меня в руках письмо, но это просто коллективное письмо от воинов той части, где мы ведем сейчас съемку. Итак, внимание, съемка! Солдаты возвращаются с учений. Может быть, скоро в эту войсковую часть придете вы, молодые ребята 69-го года рождения. Вы приедете сюда, на Дальний Восток, в этот край, из разных концов страны. И тогда, а мы уверены в этом, те парни, которых вы сейчас видите, передадут вам свой солдатский опыт, воинское мастерство, научит ценить настоящую мужскую дружбу. Я приглашаю на сцену авторов этого письма, ребят, которых вы только что видели на марше после учения. Это воины старейшего в Советской армии соединения. Это соединение участвовало еще в боях у озера Хасан. Я с удовольствием представляю песню, которую ребята решили исполнить на нашем конкурсе. Музыка «Братьев Покрас», стихи Бориса Ласкина, «Три танкиста». На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. Там врагу заслон поставлен прочный, там стоит отваженный силен. У границ земли дальневосточной броневой ударный батальон. У границ земли дальневосточной броневой ударный батальон. Там живут и песня в том порука нерушимой крепкою семьей. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. На траву легла роса густая, полегли туманы широки. В эту ночь решили самураи перейти границу у реки. В эту ночь решили самураи перейти границу у реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою сметен по родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. По родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. Мчали танки, ветер подымая, наступала грозная броня, и летели на земь самураи